Бэкст! Он там! Быстрее туда! Настало время заглянуть на второй этаж Икеи и посмотреть, какую же мебель там продают. А может быть, и не мебель вообще? Сейчас мы это узнаем. Ого, ничего себе, какие тут колонны! И какой высокий потолок. Я вижу там суши. Лодка? Зачем лодка? Я не видел здесь воды. Так, а это у нас что? О, какая прелесть! Бассейн для рыбок, то есть это аквариум. А это у нас диджейский пульт. Какие массивные колонки. А рядом с диджейским пультом стоят аккуратненько три магнитофончика разных цветов. И у каждого своя мелодия. Рэп, спаниш и топ. Кто не знает, спаниш — это испанский язык. А с другой стороны есть еще магнитофоны. Чефул, джаз и электроник. А еще вы посмотрите, какие здесь золотые статуи. Круто. О, какие здесь огромные лампы. Мне бы такую одну хотя бы в ресторан. Здесь есть даже телевизор, и, по-моему, он сломан, потому что ничего не показывает. Странные настенные кругляши, картина с драконом. Справа от меня огроменные настенные часы, похожие на компас. Кстати, телек стоит 40 баксов. Сломанный телек стоит 40 баксов? Нет уж, спасибо, я лучше куплю себе вот эту вот японскую арочку, как раз под дизайн нашего ресторанчика, и она стоит также 40 баксов, так я лучше ее, конечно же, куплю. Что еще из декора можно здесь прикупить? Давайте еще разок пройдемся и... Да, суши. Суши как раз нам подходят. Берем 50 баксов, ничего страшного. Разоримся немножечко, но у нас будет красиво. Что за беспредел? Не могу купить аквариум. Вот этого дракона за 60 бриллиантов могу, а аквариум нет. Ну, ё-моё. Что за... Я так хотел себе аквариум в ресторан, это было бы очень круто. Ай, ладно. Возможно, и табак его исправят потом в будущем. А может быть, это я забагался? Не, я не мог забагаться. Ну-ка, сколько стоит эта золотая статуя? 7 бриллиантов, ребята, да я лучше Оскар себе куплю за 7 бриллиантов, чем эту статую, серьезно. Наверняка она просто покрашена позолотой. Ну что ж, я надеюсь, что эту красную японскую арку мы сможем поставить где-нибудь на улице, потому что если она только ставится в помещении, это просто будет караул. Считай, арка не встала. Ну зачем она мне в помещении? Господи, вытащите ее сюда на улицу. Даже так не могу поставить. Это беда, ребята. Да какая беда, это беда полная. Зачем я ее тогда купил? Интересно, а если бы я купил огроменную колонну, которая была бы выше моей крыши, мне бы, наверное, в ресторане пришлось крышу пробивать, потому что я бы ее не смог поставить на улице. Да, ребята, соглашусь, немного колхозной по-деревенски выглядит красная арка у входа, но ничего не поделать пока что. А вот суши мы разместим здесь. Да, теперь в моем ресторанчике совсем как-то тесновато. Конечно, есть место за поварами и можно их немного сместить, но лучший вариант — это расширять наш ресторан. Давайте попробуем его немножечко увеличить. Для первого расширения нам потребуется 500 баксов, которые у нас уже есть. Переходим во вкладку «Ресторан», «Accept plot» и покупаем расширение участка. Как мы можем заметить, наш ресторанчик значительно увеличился, и это означает, что нас ждет новая перестановка мебели. Отпускаем наших поваров отдохнуть, потому что если они работают, мы не можем убрать плиту. Ну и заодно отпускаем также официанток, чтобы они нам тут не мешались. Вы посмотрите, сколько теперь здесь места! Какой огромный ресторан! Теперь осталось нам только грамотно все расставить. Go put up a fight. The where do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust.
ocean between us. Don't go cry about it. Don't go cry about it. You want me to take you in my trust. Ну вот, ребята, все готово. Дизайн внутреннего помещения я решил оставить таким, каким он был ранее, потому что меня все устраивало. Остается открыть наш ресторан и посмотреть, как отреагируют наши посетители на расширение. А также я еще хочу немножечко сюда добавить мебели и декора, чтобы не было так пусто. В первую очередь я хочу купить несколько перегородок для наших поваров, чтобы сделать зону кухни. Такие перегородки нам точно не подойдут, они слишком высокие. А вот эти вот, они нам в самый раз. Давайте купим несколько штук таких. Нам не хватило несколько перегородок, и еще нам мешается эта корзина. Нужно ее переместить куда-нибудь за поварами. Нет, так не пойдет. Куда же ее поставить-то? А вот здесь и самое место. Докупаем нашу недостающую перегородку, и кухонное пространство для поваров готово! Всегда мечтал посмотреть глазами шеф-повара на ресторан из-за стойки. Но я даже не мог и представить, что я буду смотреть из-за стойки на свой собственный ресторан. О, дружище, твоими глазами на ресторан не посмотришь, только в пол. Ну или на свои руки. Ну-ка, а если я посмотрю твоими глазами? О, ну у тебя получше, слушай, у тебя обзорчик пошире, побольше, ну и прическа получше. Ты посмотри на них, а? Чё творят? Весь рейтинг мне портят, веселья им не хватает. Сейчас будет вам веселье. Сейчас куплю вам диджейскую установку с бомбящими колонками, чтоб у вас перепонки поперелопались. Тишина их, говорят, не устраивала. Музыки не хватало. Ну, сейчас посмотрим, как они запоют. Также я еще хочу докупить перегородок и расширить мое кухонное пространство. А вот и колоночки подъехали. Единственное, нужно придумать, куда их поставить. Ну, ладно, пускай пока так постоят, потом переставим. Да, я купил еще одну плиту для еще одного шеф-повара. А что готовить этот шеф-повар будет, мы выберем с вами чуть позже. А пока возвращаемся к колонкам, их нужно переставить и наконец-то включить. Ну что, по-моему, отлично. Как раз в середине, у входа-выхода, чтобы играло на всю округу. Теперь нужно это дело запустить. Давайте что-нибудь уже включим. Ошибись! Нормально орёт! Во! И рейтинг даже подскочил! Нанимаем третьего шеф-повара. И кто же это будет? Мексиканец или итальянец? Буррито или пицца? Я думаю, что я бы съел пиццы, поэтому нанимаем итальянца. И сразу же обучаем его до третьего уровня, чтобы он умел готовить все итальянское меню. Я, ребята, не удержался. Сбегал в Икею, купил еще пару столов со стульями и несколько элементов для декора.
Купил два вот таких вот красных светильника, хотел их поставить здесь в конце. Но что-то они сюда не вписываются, поэтому я их продаю. И поставлю в конце такие же, как и у входа. Получилась такая а-ля подсвеченная красная дорожка при входе в ресторан. У нас уже очень много столиков в ресторане, много посетителей, а официантов у нас всего два. Поэтому я решил им немного помочь, чтобы им было полегче. Отличный десерт. Это вам, пожалуйста. О, пицца! У нас же теперь в ресторане подают пиццу. Отлично! Надеюсь, она пользуется большим спросом. Остались последние штрихи. Нам чуть-чуть не хватает декора в нашем ресторане. Давайте же его добавим. Купим еще несколько сломанных телевизоров, повесим просто для красоты, и будет самый сок. На этом этапе, ребята, все. Мы закончили постройку нашего ресторана, отделали его внутри так, как захотели. И теперь наши посетители могут наслаждаться вкусной едой под звуки музыки и хороший сломанный телевизор. Ну а я считаю, что на этом ресторан Тайкон закончен, мы сделали все, что можно было, и ждем новых обновлений. Вам спасибо, что смотрели, до новых встреч, пока-пока. Подписываюсь. И я подписываюсь. Подписочка!